Вот такой здоровущий Ашан. Он Марика опять все разбарахляет, все, он свои шмотки опять пошла скидывать вот этот ящик добрый, где для нуждающихся людей перестирали, подготовили все, все вещи не грязные, все вещи чистые, без единой там помарочки, зацепочки. Мы долго вещи... Ага, а вот как? Шнурок надо завязать. Мы долго вещи не носим. Ну, как-то вот так получается. Сейчас скинем вещи, пойдем за продуктами. Они уже в машине лежат, не знаю. Ну, вот и давай отвезем. Все, повода не было отвезти. Пошли. Как обычно, мы начинаем с растюшек всяких. Мне нравится такое дело. Единственное, что вот крашеные. У кого, девчат, крашеные кактусы? Они вообще жизнеспособные? Вот такие вот. И остаются ли вот этот окрас надолго у них? Ну, ведь явно просто, да, взяли и пшикнули как каким-то баллончиком. Ой, красивые. Смотри, какие. 990 стоит. И вот хорошенький. Смотри, большие. Я люблю маленькие. У меня прям набор маленьких кактусов. Вот. Такой, да, интересный. $518. Слушай, а вот какая красота. Ну, опять же, ну, крашеные же, да? Они же не могут быть. Это же не естественные такие цвета. $189 малявочки. О, какой хороший! Смотри-ка, смотри-ка какой, да? Ладно, пошли. И вот какой появился. Вот такого у меня нет. Выбор огромный. А это алоэ, да? 177. Девчата, я алоэ хочу. Вот алоэ я точно возьму. Это же обычный, как вот в детстве у нас у всех был. Какой взять, девчат, какой бы вы взяли? Такой или такой? Мне вот такой нравится. Я, наверное, вот сейчас вот... Ну, вот, наверное, вот такой возьму. Вот мне вот этот маленький понравился. Да, вот такой беру. Шла мимо, смотри, что увидел. Всего 99 рублей. Вот такая елочка. Вот, смотри-ка. Ее распушить, поставить, она очень симпатичная, куда-нибудь на рабочий стол. И она разных цветов. Но зеленая самая приятная. Ну, черная так, мрачновато, мне кажется. Вот желтенькие есть, красные. А есть вот такие, они подороже. А хотя, не, ребят, 169 рублей. Вот она. Вот такая. Да, жалко. И они все погибнут. И по всем ашанам страны. Поставь вниз. По всем ашанам страны это происходит. Да, вот мы сейчас... Они берегут природу у нас ради наживы, да? Вот мы сейчас тоже сетовали, что пусть лучше будут вот такие елки, чем, вы представляете, натуральную рубить. Вот она похожа, вот 6890. Да, кстати, красивая елка, да, пожалуйста? Ребята, она прямо один в один, как натуральная. Вот прям вот издалека я бы подумала, что она натуральная. Очень и ель. То же самое вот за 5990 тоже. Бомбическая. Прям вот ель. Прям. Ну, вот скажи настоящая, да? Это же надо же, как, имитация какая красивая. Бомба. Пойдем горшочек посмотрим. А ты снимаешь? Да, снимаю тебя. Потом скажешь, да? Что-то говорила, я не услышала. Ладно, пойдем горшочек посмотрим. Вот. Вот. Маленькое кашпо. Стараюсь, ребята, все в одной цветовой гамме подбирать. У меня горшочек. У меня вот либо вот такие вот горшочки, вот. Вот, так, вот такого цвета. Ну, да, либо вот бежевый. Ты. Подожди, у меня же там на подоконнике... Ну, на второй.
Ну, а кто цветочками занимается? А я. Цветочное хозяйство мое. На втором этаже. А на втором этаже либо та гамма, либо вот это. У нас такого не было. Глянь, какие классные. Не хочу. Он такой пошляцкий. Смотри, он какого цвета пошлого. Ну, на желтое есть такое. Не хочу такого цвета абсолютно. Поставь на место. Поставь, где было. Они чуть разные все. Какой? Зеленый, конечно же. Зеленый у меня есть. Мне надо, знаешь, мне понравилось миксовать сразу в одном горшочке два цветочка. А вот этот есть. Не хочу разные. Наверное, либо такой возьму, да? Либо чуть побольше. Почему чуть побольше? У меня там уже кактус такой прям вот выпирает. Надо его пересадить. Либо вот такой. Вот, наверное, вот такой. Все, беру такой. Еще совершенно случайно в другом ряду, смотрите, я увидела, какие интересные формы. У нас на первом этаже как раз под вот такой кирпичный цвет стены очень даже ничего, да? Как мятая глина. Симпатичное кашпо, и видите, там с дырочкой, все в порядке, 306 рублей такой горшочек стоит. Большие, как мятый мешок, да, из-под картошки. Ребят, живьем, вживую, смотрится хорошо. 551 рубль. И очень хорошо смотрится, мне кажется, это благородно. Как вот, просто как глиняный обычный. Керамический, видишь, 221 рубль. Он недорогой, но смотрится он благородно, мне нравится. Не люблю пошлые кричащие вещи, не люблю горшки с какими-то росписями. Вот нравится однотонная, знаете, вот такая вот форма выдержанная. Вот люблю. Вот это я люблю. Пошли дальше. Выбрали себе игрушечку 139 рублей. Просто красивое яблочко. Видишь, вошел никакой выбор. Выбор и цены нормальные, в принципе. Вот еще смотри, какой есть. 179 рублей. Прямо такой. Да? Двухкассетник. Потрясающие игрушек, украшения. И чем ближе к Новому году, тем больше ассортимент. Народ смотрит, берет. Очень красивый старинный. Смотрите, щелкунчик, да? Смотрите, какие есть. 189 рублей щелкунчик. А рядом такса висит. Ребята, это стекло. Это прям вот стекло, это не пластик. Вот такой шарик. И такие же щелкунчики стоят по 1190. Ребят, ну это новогодняя традиция. В Большом театре всегда спектакль «Щелкунчик» пользуется таким ажиотажем, что люди перепродают аж по 60 тысяч билет спекулянта. Гирлянд у нас вообще просто очень много. У нас и сейчас уже в доме гирлянды. Вот смотрите, все стеллажи забиты гирляндами. Дождики всякие. Смотри, снежинка. А снежинка такое ощущение, правда, как будто из снега слеплена. Но это же пенопласт. Да, пенопласт. А какие куколки миленькие. Вот ребеночку подарок, да, хороший. Прям платится, смотри-ка. Целый-целый огромный стенд с вот с такими игрушками мягкими. За 4000, смотри, какой Дед Мороз, Санта-Клаус. Весь прям в костюмчике, толстенький, с мешочком, с подарками. Выложили много всего на любой кошелек. Если у вас вам хочется что-то подарить по мелочевке кому-то, не хотите много тратить, вот 59 рублей можете на винтике подарить там коллегам. Ну, чем-то дракончики там. Ну да, такие вот. Тяжелые. Вот такие дракончики. Кто-то, может, год дракона родился. А вот смотри, загадай желание. Вот записываешь желание и на холодильник, наверное, лепишь. Да. Если у вас там денег побольше, и вы хотите. Аксессуары всякие, кружечки новогодние. Да, недорого, ну, а что за 2000? Смотри, какой дракон брутальный. 2 399. Вот ну да, подсвечник.
такой, да, злой. А это что? Злой и пузатый. Новогодние, смотри, салфетки. Салфетки, да. Так, ну это такие, знаешь, ни к чему не обязывающие вот эти маленькие подарочки. Это всегда на Новый год они появляются. Вот райский сад, видите, вот такие вот. И цена нормальная, там шампунь и гель для душа. Вот обычно так, да. А это что? Набор подарочный. Ударная цена. А, это бомбочки для ванн. Гели. Соли для ванн. Пойдем. Драконы, год дракона, везде драконы. Девчонки меряют, шапочки всякие смеются. Караоке, микрофон сейчас, да, пользуется спросом вот эти товары. Смотри, какая колонка. Гулять так гулять. Музыкальная система 5990. Ну, это, наверное, в частных домах хорошо. Народу много, да? Кастрюли. Смотри, какие. О, смотри, какие красивые кастрюли. Да, очень красивые. Смотри, а здесь птичка. Смотри-ка, и чайник. Смотри, какой чайник. Как, слушай, как красиво, да, какая да, прям да. Милота. Вот а кастрюля? Нет. Смотри, какая маленькая кастрюлька. Ой, вот ребят, а цена-то? Цена 3990. Но она прям, смотри, она прям как в царских домах. Это на газе стоит или на что? Не-не-не, я думаю, что или не на газ. А, индукционная. Да, на плиту. Прикольно. Очень классно. И вот такая вот. Нет, это поскромнее, да, вот это прям вот. А мне нравится. Смотри, какая, да? 4990 побольше. Не, не надо. Новогодняя посуда. Ну-ка, дай. С лисичками кружечки. 209 рублей. Ай. Да, или что? А смотри-ка, и красное вот это блюдо. Вот, горшочки. Вот, за 500 рублей, допустим, два горшочка с мясом можно сделать. Красный не хочу. Наоборот подходит. Я просто не хочу красный. Не нравится. Вот красная тоже кастрюля. Так, знаешь что, пойдем в эти ряды. Пожалуйста. Нам нужны лоточки для того, чтобы на работу брать еду, парочку, троечку. Давай, давай я себе выберу, какой мне нужен. Пойдем, пошли. Капюшон торчит. Вот лоточки для еды, сейчас возьмем. Контейнеры, да? Ну что, выбирай. Я смотрю размер. Ну возьми вот такой, смотри, вообще 40 рублей стоит. Ну уже, а не будет протекать суп? А суп мы сюда не будем класть. Ну, он лопнет. Ну, можем попробовать. Очень зря, порционный хороший лоточек. Давай. Сколько штук? Проверяй крышки, возьми парочку. Может, побольше? Не, возьми парочку. Сейчас другие еще возьмем. Плотно закрывается? Я не знаю, Вик. Мне кажется, 40 рублей не может быть изначально хорошего. Он не всегда. У меня очень дорогой лоток. Там просто самого... вылетела резинка вот из него сразу же. Да, да. У меня такие лотки долго служат, кстати. Вот за 40 рублей ашановские. К ним претензий это нет. За 170, 200, но ты... Но это ведро. Давай поменьше выбери. Ведро? Конечно, здоровое. Ну ты мне накладываешь все такие бочки. Ну, бери. Вот какая приличная, нужно открыть. Не, это прям масленка какая-то. Не стыдно при людях есть с ней. Там же люди сидят и смотрят, как ты ешь. Да, прям вот кто-то смотрит. Смотри, 219 скидка. Не, это большой. А тут три, что ли? Смотри-ка, три штуки. Трам-пам-пам. А я возьму. Так, а это 220. Слушай, а можно мне его? Ой, смотри, наборчик, смотри сюда. Наборчик, там три лоточка. Ну, это для салата. Давай, вот можно так я возьму? Да, конечно, бери. Все, пошли? Добрый. Одну тогда оставь, давай одну оставь какую-то. Набрали лотков. Вот, ребят, смотрите, какое огромное разнообразие цветной посуды. По рукам себя бью, удерживаю, чтобы просто что-то лишнее не купить. У нас же сервиз, и от сервиза я отступать не хочу. Ну, зачем мне лишнее, да, в доме? Начинается с одной чашечки, заканчивается тем, что шкафы просто обрываются. На пол падают. Смотри как. Очень интеллигентный комплектик. Прям вот берешь сразу.
на 2-3 персоны. И у тебя полный набор, считай. А вот приятный цвет. Вот, ребят, смотрите, какое огромное разнообразие цветной посуды. По рукам себя бью, удерживаю, чтобы просто что-то лишнее не купить. У нас же сервиз, и от сервиза я отступать не хочу. Ну, зачем мне лишнее, да, в доме? Начинается с одной чашечки, заканчивается тем, что шкафы просто обрываются. На пол падают. Смотри как. Очень интеллигентный комплектик. Прям вот берешь сразу на 2-3 персоны, и у тебя полный набор, считай. А вот приятный цвет. Много новогоднего текстиля. Вот пледы 729, 949, 1999, в зависимости от размера. Симпатичные пледики. И смотрите, какое постельное белье новогоднее. 2849. На Вайлдберрисе такого типа белье 2,5 где-то стоит. Вот почему-то в Ашане чуть дороже. Вот тоже, да, постельное белье или что это? Да, комплект постельного белья. 1400, но... Ну-ка. Ой, качество плохое. Да прям как марля. Очень странно, одноразовый какой-то. Одноразовый, да. Ну, там подороже есть. Угу. Свитера, пижамы, кстати, свитеры. Я прочитала, что четко надо правильно говорить свитеры. А я всегда свитера. Ну, я думаю, что все это простительно. Бабушке можно, бабушка старенькая. Че, пошли. Пойдем, кашу хочешь? Пошли. Пошли, идем. Это детский отдел, мы туда всегда заходим. Шапка? Да по мере, нравится по мере. В детском отделе есть, я тоже, кстати, шапочку. Я вот красную шапочку себе в детском купила. Нормальная она. Просто посмотри. Ну такая, да, прикольная, хорошая. Она иди. Нормальная? Да. Иди в зеркало, посмотри, здесь где-нибудь зеркало-то есть. А почему такого цвета? Поярче нету? Нет, как это поярче? Я черную хочу. Как ты хотела, с помпоном. Вот мери разные. Ой-ой-ой. Ты все, что ли, будешь я мерить? Я надо, кстати, повесить. Просто тут там помпон будет такой слабый. Ну, если понравится, возьмешь. Ребят, шапка 499 рублей. Да и один в один цена, вот как на этих маркетах интернет. Просто здесь ее сразу можно пощупать, потрогать. Не то, что отзывы почитать, а самим. Смотри-ка, 399 рублей, она потоньше. А, нет, не потоньше, она, смотри, она с флисом. Смотри, какая. Голубенький помпончик. Не-не, это я тут что же, я детский сад, штаны на лямках. Мне 40. Марика сказала, что же я, детский сад, штаны на лямках, меряя детскую шапку в детском отделе. Это с другой стороны. Не-не-не, примерочная, вон там в конце, вон она, вот там зеркало. Ну иди, не трогай только тележку, я пойду посмотрю детские вещи. Короче, серую возьми еще померяй. Не-не-не, не надо. Это фэшн. Я хочу вот это. Фэшн про фэшн. Я не буду такой. Как Сергей Зверев, фэшн май про фэшн. Ну и что? Не буду хоть фэшн? Да. Не хочу фэшн. Будешь звезда мыть еще. Может померить фэшн? Конечно, ты что? Конечно, беги. Марика пошла мерить, а я пошла дальше в детский отдел. Я теперь вообще постоянный посетитель детских отделов. Кто бы мог подумать, что Вика когда-то станет бабушкой. Смотрите, девчата, я в Ашане увидела такую шапочку. У нас детеныш вечно плачет и орет, когда завязываем на завязке. Она не толстенькая, но вот она прям вот на прохладную весну и осень. Надо ее взять, вот такой шлем. Вот такого молочного цвета, цвета сливочного мороженого выбрала. Не знаю, сколько стоит, да и пофиг, да, на цену. Ну, тут шапки, видишь, 399 рублей, вот цена 699, а тут я прям даже не вижу, сколько она. А, вот шлем, 749. Возьму, ребят, потому что это необходимость, это надо. Носки летние офигенные, 29 рублей на малышек. Это, видишь, летняя распродажа, а я сейчас возьму. Лето все равно наступит, нам надо. Носки называются носик. Мило.
Очень мило. Сейчас прям несколько пар возьму. Что, 30 рублей, да? 3 штучки возьму на 100 рублей. Прекрасно. Понимаешь, я мимо не могу пройти. 199 рублей платятся скидки. Так про... это же на 10 лет. Не, я нашла поменьше, на двухгодовалый. Ну, пусть долежится. Ребят, ну 199 рублей, сами понимаете, дешевле килограмма курицы, да? Курица 400 рублей килограмм. Дело с банными принадлежностями. Надо гель для души и губочку хочу. Губку вообще самую недорогую вон ту возьму, вот ашановскую, 26 тысяч. Она точно такая же, как все остальные. Ничем не лучше и не хуже. Вот, например, которая за 50. Просто упаковка другая, другой производитель. Никакой разницы. Так, пошли гель возьмем. Жидкое мыло дома есть? Гель нужен. Из гелей что? Что у нас есть? Вот такой. Вот такой брала хороший. Но так как он у меня был, хочу что-нибудь другое. Фа. Такое возьму, попробую. 495. Цены, говорит, вниз. Ничего не вниз. Как были, так и остались. Мы нашли прекрасные стартапы, прекрасную идею для подарка. Че, дай понюхаю. Ну-ка. Ага, прекрасно. Смотри. Знаешь что? Смотри. Слезы моих бывших. Ясно тебе? А это самый лучший на свете. Так. Для сказочного вечера. Порадуй. Хорошо. Это что? Сияй ярче. Вот оно что. Так, еще что-то есть. Самый лучший на свете видели. А здесь может, просто, пойдем, да? По еде пройдем. По еде пойдем. Ну вот как-то да. Всякие новогодние наборчики. Это, ребята, вот эти вот стеллажи, они прям вот даже уже, вот мы сейчас в продукты зашли, вот где отделение продуктовые, да, в Ашане, и все равно тут есть вот это все, вот эти всякие подарки. Яблоки там у нас есть? Да, пошли сейчас за яблоками. Пошли. Елочка красивая. Так, ну сейчас давай по-быстрому. Удивительная скидка на мандарины, 179 рублей взяла, вот, ну, килограмм здесь где-то. Там салат, смотри, листовой точно возьму, 59 рублей. И фламенко, вот эти вот сливки, они очень-очень вкусные, я люблю. 250 рублей, что ли, у нас? 249 рублей. Вот это офигенно, вот эти фламенко, помнишь? Это головки? А, нет, сливки. Да. И рыбу, да, возьмем? Сейчас возьмем, да, Рада? Да, возьмем, сейчас. Взяла форель, 589 рублей за килограмм, хорошая скидка, две штуки, на 1200 получила. Сейчас одну запечем, вторую я разделаю, может, супчик сварю, ну, пусть полежит, может, запеку потом. Морозилку вторую кину точно. Смотри, ты думаешь, что оливки нормальная цена? 99 рублей, скидка 62%. А ты смотри, какая маленькая баночка. С халапеньо, это с острым перцем. Ребят, если взять большую банку, чуть побольше банка, ну, будет она стоить, ну, 120 рублей. Ну, то есть невыгодно. Ударная цена. Ну, я не знаю. Я, наверное, не буду. А зеленый горошек, смотрю, какой маленькой баночки. 68 рублей, но баночка, это прям, знаешь, на очень маленькую семью. На двоих, да. С корнишонами все в порядке. Цена по карте 149 рублей. Вот корнишоны возьму. Вот такую баночку. Это не на Новый год, это вот прямо сейчас погрызть захотелось. А может даже пару баночек возьму. Я вот люблю маринованные огурчики. Дядя Ваня хорошая фирма. Гречка в пакетах 60 рублей, вот под маркой Ашан. Очень удобная и цена нормальная, потому что вот смотри, есть гречка вот алтайская, она, видите, 116 рублей стоит. Мистраль 128. Увелка вообще 169, да? Что это? Макфа, смотри, 79 рублей. Вот ее можно взять тоже. 6 пакетов, да? Да ну возьму, ашановская, она нормальная. Еще нормальная цена. Экономия в разумных рамках. Такой взяли еще морковь на 15 рублей взяла. Перец желтый по 329 рублей. Но там скидочка. И, в общем, он на 143 рубля, вот 3 штучки. Мы любим перчик, мы едим. Молочко. Пойду говядину возьму еще кусочек. Вот говядина, смотри, по скидке. 739 стоило, 886. Вот возьму такой кусочек. И причем я его на два раза разделю. Вы что, думали, я сразу его съем? Нет. Мы на два раза приготовим его.
Вот, все, ребят, пойдем на кассу. С Ашаном покончено на сегодня.